Екатерина Васильева, 23 года, родилась в Саратове. Студентка, видеоблогер и фанат рок-музыки. Жизненное кредо, мысль материальна, мечта воплощаема. Впечатлений, полученных на проекте, мне хватит, пожалуй, надолго. После задания второй недели я даже не смею предположить, что ждет нас дальше. Я никогда не принимала участие в подобного рода экспериментах. И поверьте на слово, это не менее экстремально, чем прыжок с парашютом. В финал вышли только лучшие, и очень приятно находиться в их числе. Поэтому я просто выполняю задание и стараюсь сделать это хорошо. А победит, конечно же, сильнейший. Узнайте, кто стал лучшим участником проекта «Конкуренция» на этой неделе. Смотрите по пятницам в 19:00 информационную программу «Новости 24 Саратов». Можно попробовать еще раз сходить в картошку. Она мне нравится своей неприступностью. Проект «Конкуренция» смотрите по будням в 7 утра и 19 часов вечера.